Вы ограждаете детей от Мы не ограждаем. Вы оградили уже. Мы не ограждаем. Вы оградили. Не ограждаем. Вы оградили. Скандал между жителями многоэтажек по улице Кремлевская разгорается с новой силой. Некогда дружные соседи до сих пор не могут поделить детскую площадку. Яблоком раздора стал забор и заваренная калитка, которые перекрыли детям одного из дворов возможность добраться до горок и качелей. Конфликт дошел до высшей точки кипения. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам акимата. Жильцы с дома номер 2 по 1 мая поставили между нашими домами металлическую калитку. Дети не могут ходить играть, не могут общаться, лазят через забор. В результате получают травму, рвут одежду. Мы, конечно же, против этого. Пожилые люди не могут ходить, приходится обходить дом с другой стороны. Непонимание между жильцами возникло несколько месяцев назад, когда во дворе дома номер 2 установили новую детскую площадку. Жильцы тут же решили огородиться от соседних детей, что и возмутило жителей дома номер 1А. По их словам, мальчишек и девчонок оттуда попросту выгоняли. Она сказала, что мы не имеем права тут находиться, именно в этом дворе. То, что мы не люди и не должны тут находиться. Жильцы по ту сторону баррикад отстаивают свое видение ситуации. Мол, они установили забор, чтобы во дворе никто не мусорил. Вот это все загадили. Наркоманы здесь собираются, алкоголики собираются. Вот это вот весь мусор, дети приходят, домой никто не несет, даже родители. Родители бросили детей и все. Мирным путем урегулировать конфликт жителям двух домов не получилось. Все точки над «и» расставили сотрудники акимата. Спор разрешил заместитель акима Абайского района Нурлан Тлеш. Он дал четкое указание забор ликвидировать. Сегодня детям дома номер 1А по улице Кремлевской до детской площадки рукой подать. Больше не нужно перелазить через опасные штыри, чтобы добраться до красочных качелей и горок. Справедливость восторжествовала. Правда, примирить соседей пока так и не удалось. Анастасия Новикова, Амантай Ауельбеков, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «ОТРАР».